перестроиться и встретить соперника, чем сейчас и занимаются футболисты Краснодара. Муса Думбия, Тарбинский, Азмун, Дьяков. Кстати, где уже Дьяков играет, как высоко. А Рябко сел сюда, на позицию одного из центральных защитников. И бьет, и забивает Дьяков. Вот этот ход, я не знаю, это случайность, я не верю. У Курбана Бердыева ничего случайного не бывает. Я думаю, просто он дал отмашку и приказал Дьякову активизироваться и идти вперед. Использовать свои физические данные, удары и умение сыграть головой. И он сыграл великолепно в штрафной площади. Он по-настоящему Ростов возвращает в игру. Давайте смотреть. Перевод налево. Затем хорошая подача и опережает Дьяков соперника. Срезает мяч в ворота. Удар, ну, практически не берущийся. В самый угол. Быстров не успел здесь соперника накрыть. И не успел Дьякову помешать капитан Андрес Гранквист. В результате 2-1 на 75-й минуте. Ну, представляете, какой футбол нас с вами ожидает в концовке. Дьяков.